Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Окунь – один из самых частых и распространенных зимой трофеев в нашей стране и странах СНГ. Есть немало способов его ловли, но одной из самой добычливой показала себя ловля на отвесную блесну. Существует огромное количество зимних блесен, и некоторые зарекомендовали себя как очень уловистые и достаточно универсальные. О них-то я вам и расскажу. На первом месте стоят всем известные так называемые гвоздики. Они используются чаще всего для ловли пассивного окуня, а именно тогда, когда требуется расшевелить вялого хищника. По времени в основном их используют в глухозимье. Помимо этого, отвесные гвоздики с успехом применяются в водоемах с большой глубиной. Второе место принадлежит так называемым планирующим блеснам. Эта категория лучше всего подойдет для неглубоких водоемов, где вы напали на стайку активного окуня. Эти блесны отлично отклоняются от вертикали. В результате попадаются в поле зрения большого количества полосатых хищников. Третье место достается сыпучим блеснам. Отличаются они от других тем, что при падении в толще воды не падают как гвоздик и не планируют, а переворачиваются горизонтально дну и медленно опускаясь, как бы трепещут, создавая мелкие колебательные движения. Сыпучие очень хорошо ловить в коряжнике. Техника игры предполагает медленный подъем на любую высоту и резкий сброс. Вот на четвертом месте блесна-ступенька. Проводку ступенькой можно отнести к проводке, которая делается коротким взмахом и резким сбросом блесны. Опытные рыболовы, освоившие правильную технику игры, говорят, что крупный окунь предпочитает именно эту блесну. И, наконец, на пятом месте блесна-трубка. Делается из различных металлических трубок. Самая универсальная блесна, которая может анимировать различные игры в зависимости от проводки и огрузки. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всем удачи!